Пурга. Пурга. Молодец. Разогрелась, набегалась. Друзья, всем огромный привет. Всем привет. Морозы за нас взялись не на шутку. У нас сейчас днем минус 28 градусов. Утром в 7 часов утра было минус 32 градуса. И такую погоду обещают на ближайшую неделю. Мы сейчас с Катей сходили до речки, прогуляли наших собак, чтобы они немножко побегали, промялись, согрелись. Потому что в вольерах сейчас сидеть им очень холодно. Мы с Катей тоже согреваемся как можем. Работаем, топим печки и пьем горячие напитки. Сейчас хотим немного прибраться дома, похлопать половички на морозе, чтобы была свежесть. Собак в вольеры пока не застаем, чтобы они немножко еще побегали, подурили. Пурге понравились Катины валенки. На кусочек у меня же валенки. В валенках хорошо, тепло. Пурга с Беркутом лучшие друзья. Постоянно дурят, играют. Лишь бы подуреть. Ну все, все, все. Ну хватит меня за валенки таскать. Пурге, наверное, твоя лиса понравилась. Наверное. Она такая же рыжая, как пурга. Тайга, тайга. Проверяет. Тайга у нас тут вожак стаи. Главное, Беркут пошел ее контролировать, куда она там пошла. Ну, смотри, что она делает. Она, главное, и за рисунок-то и идет. Маруська.
греется быстро. Тебе еще немножко подтягивай. Вот так, вот так. На себя немножко. Все. У нас сейчас дома пахнет морозной свежестью от половиков. Мы сегодня с Катей все прибрали, перемыли, выхлопали половики. И сейчас вечером мы будем готовить вкусные горячие калачи в русской печи. С сахаром и с маком. И также мы сегодня еще будем варить горячий напиток. Называется он сбитень, который хорошо пьется именно в морозы, который согревает. Мы уже как-то показывали рецепт этого напитка. Это было как раз год назад, когда зима была. Где-то, наверное, это был февраль, тогда стояли морозы, и мы согревались этим напитком. Так что сегодня вспомним этот рецепт, а кто его еще не видел, оставайтесь с нами, сегодня мы его расскажем. И сбитень – это как квас. Вот когда стоит жара, квас пьешь 3-литровыми банками. Только стало попрохладнее, про квас сразу же забываешь. Со сбитнем такая же история, только в морозы. Когда приходят холода, хочется согреться, варишь сбитень и его пьешь. У него очень приятный, сладкий, пряный вкус. И также хотел еще сказать про капусту. Мы в прошлый раз квасили капусту. И она у нас до сих пор стоит под гнетом. Сегодня 3-е сутки. Завтра будут 4-е, последние. Завтра мы будем уже убирать гнет и ее замораживать. А послезавтра мы будем пробовать вкусную, свежую квашеную капустку. Стоит она у нас на кухне, в уголке. Дала уже очень много сока. Там вон клюковка плавает. Капуста сочная. Мы ее уже, конечно, попробовали. Проверили, как там по пропорциям, соли, укропа, чеснока, и все получилось в меру. Капустка очень вкусная. Пузырьки всплыли, надо будет убрать и протыкать. Пузырьки обязательно убираем, ложечкой снимаем, и дальше она у нас стоит. Вот такая капустка. Скоро уже будем снимать с нее пробу. Рецепт калачиков очень простой. Нам понадобится яйцо, сахар, сметана, мука и масло сливочное. Сейчас поставим его растапливаться на печь. Thank you.
Тесто у нас мягкое, воздушное. Раскатываем его в колбаску и будем делать калачики. Потоньше еще. Имбирь, кардамон, 1,5 звездочки бадьяна, лавровый лист, пол палочки корицы, белый перец горошком, немного гвоздики и анис. Вот такое разнообразие специй мы сегодня будем использовать для нашего сбитня. Это нам потребуется примерно на 0,5 литра воды. Количество и разнообразие специй уже определяете вы сами. Если вы, например, любите ту же гвоздику и хотите насыщенный вкус гвоздики, то добавьте ее больше, чем у нас. Если вы, например, ее вообще не любите, то можно ее убрать и заменить какой-то другой специей. Либо сделать узкий круг специй. Например, это будет кардамон, бадьян и корица. Все, вот три специи, например, добавляете здесь на любителя. Так, теперь добавляем все эти специи в наш ковшик, где вода у нас уже закипела. Все это вываливаем и оставляем вариться примерно на 10-15 минут, чтобы все специи отдали свой вкус и аромат. Пора проверить наши калачики. Калачики уже готовы. Вот эти даже уже перестояли, поджарились. Красота.
здесь нужно их убрать сразу на тарелочку, чтобы остывали. Наш отвар из специй готов, он уже немножко постоял, слегка остыл, и сейчас добавляем туда мед. Добавляем целую большую ложку меда, не жалеем, чтобы сбитень был вкусным. Как приятно пахнет специями. Сейчас они будут еще с медом. И размешиваем. Напиток наливаем через ситечко, чтобы в стакан не попали специи. И второй. И еще у нас осталось. Сбитень – это старый русский напиток, который достался нам от наших предков. Возможно, рецепт сбитня раньше был немножко другой, возможно, рецептов было несколько. Но то, что мы знаем точно, это то, что сбитень пользовался большой популярностью. Он был наравне с чаем. Чая тогда не было. Вот мы сегодня пьем чай, а раньше также пили сбитень. Пили его как богатые люди, так и бедные. И его везде продавали. Продавали в основном там, где было большое скопление людей. В питейных, на гуляниях разных. И прям была такая профессия сбитенщик. Это были в основном мужчины, которые варили этот сбитень, наливали его в специальные сосуды. Я сейчас не помню, как этот сосуд точно называется, но он послужил прародителем самовара. То есть самовары появились немножко позднее. Этот сосуд заворачивался в ткань, чтобы был эффект термоса, чтобы сбитень быстро не остывал. Сбитень его можно пить как холодный, так и горячий. Но я думаю, что горячий сбитень зимой был намного лучше. Потому что от него можно было согреться. При том, что там такой насыщенный вкус специй. То есть и они греют, и тут же еще он горячий. И специи раньше это был дефицит. То есть наравне с золотом. И всегда к сбитню подавался какой-нибудь калачик, бублик, баранка. И вот у нас сегодня с Катей вот такая замечательная стряпня на столе. И давайте сейчас попробуем сбитень, какой он у нас получился. Я уже так немножко попробовал. Но сейчас распробуем больше. Меда я не пожалел. Сладкий. Сладкий, сладкий. Специи положили в меру. Бывает, сваришь, добавишь побольше, и они прям, ну, даже тот же вкус меда перебивают. Но тут сугубо на любителя, кому как нравится. Мне кажется, они так все смешались, и вот он единый такой вкус с медом даже. И, ну, мед там уже такой вносит свою нотку такую вкусную. И очень хорошо согревает, так что, друзья, обязательно пробуйте такой напиток. Сейчас специи. В доступе их можно достать разных, абсолютно любые. Да, тот же мед у всех, я думаю, есть. И вот сварили, пьете в холода. Очень хорошо согревает и очень вкусно. Ну а Катины калачи — это очень хорошее дополнение к сбитню. Мягонькие. Угу. Пропеклись. Руська. Руська. На мне массаж делают. Когтями.
Я забыл, всё.